Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, освятивший нас своими заповедями, повелевший нам зажигать ханукальный светильник. Пусть 8 праздничных свечей зажгутся в вашем доме и принесут тепло, любовь, свет Господь. Мы гимн спасения поем, благодарим и Бога этим же днем. Повсюду и глаз волчка. Всевышнего славим и помним о чуде. На Ханукии свечи горят, 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 и песенки повсюду веселые звучат. Моя защита, Бог Израиля, победа моя, и за это тебе.
Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в содружестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.